23 января на базе школы номер 4 города Каспийска в честь Международного дня родных языков состоялся муниципальный этап конкурса «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родных языках» для учеников 11 классов образовательных учреждений муниципалитета. Началось мероприятие с торжественной церемонии открытия, которая включала в себя танцевальную программу от юных дарований студии «Лезгинки Арс». Основная цель проведения данного конкурса – это популяризация, сохранение и изучение родных языков, развитие интереса к родной литературе, а также расширение читательского кругозора у школьников. Открыла мероприятие приветственную речь у начальника управления образования города Каспийска Лариса Абрамова. Я в любом случае вам желаю всем, и кто победит, и кто не победит, вы в любом случае победители, потому что вы сегодня пришли сюда. То есть вы лучшие в ваших школах, вы сегодня пришли сюда. Вы молодцы. Я вам всем желаю, независимо от того, что сегодня в конце конкурса будет, я вам желаю пронести любовь к родным языкам на всю жизнь, чтобы вы это привили своим детям, чтобы наши языки с вами не умирали. Конкурс проводится по 4 языковым номинациям – аварская, даргинская, лезгинская и табасаранская литература. В ходе мероприятия конкурсанты окунули гостей в атмосферу красоты, тепла и многоязычия родного Дагестана. Каждый из участников постарался выразить эмоции и смысл стихотворения с помощью национальных костюмов и театральных постановок. Дир Эбель Кавна, дир Эмин Хвана. Отметим, что в роли жюри выступили кандидат филологических наук, доцент, замдекана по научной работе и информации факультета дагестанской филологии ДГПУ Фаина Казимагомедова, заведующая детским садом номер 23 Пайзаната Бачараева, корреспондент газеты «Зори Табасарана» Милан Неджефов и многие другие. Жюри профессионально и компетентно подошли к выбору победителей. Так, по результатам конкурса лучшим в номинации «Даргинская литература» стал ученик 11 класса школы номер 4 Рустам Галимов. Аварская литература – ученица школы номер 4 Хадижат Рамазанова. Лезгинская литература – ученица лицея номер 13 Гульчмен Улубекова. И в номинации табасаранская литература – воспитанник школы номер 3 Залбек Алекберов.